Андрюха, я столько лет тебя знаю, и я думал, что научился понимать тебя без слов. А сейчас что-то не догоняю. Нахрена мне этот новый ствол, да еще со старыми номерами? Ствол, из которого явно никто не шмалял. Ну не догоняешь, и зачем тебе это? Ствол чистый. И все, лады? Ну да, ну так просто, просто хотелось понять. Ну так, для общего развития. Для общего развития никаких чудес здесь нет. Ты Карапетяна помнишь? Из отдела милиции, семейный подряд. Ну да, конечно. У него еще брат, Ашотик. В свободное от службы время сутенерил. Вот-вот. А потом бандюки в бане у него ствол отобрали. И из этого ствола кучу людей положили. Так вот, новый ПМ ему дядя Бурген справил. Он первым выезжал на место убийства директора интернет-магазина оружия. Котикова, который при случае закупил себе пяток чистых стволов, украденных на заводе. Вот-вот. Я подсуетился, Карапетяна этого навестил. Он, конечно, отпирался и даже мамой клялся, извини за рифму. Говорил, что безномерной ствол был один. Ну и ты, конечно, его взбодрил. Да нет, просто объяснил ему, что ему, только восстановившемуся в должности, лишнее внимание УСБ ни к чему. Так что ствол с завода чистый, и никто из него не стрелял. А номера набил человек Бурген. Андрюха, ну, блин, вот... Кроме как спасибо, я ничего тебе не могу сказать. Пожалуйста. Не может быть. Точно? Я ему голову оторву. Спасибо, что предупредила. Черт. Артур, это ты передал телевизионщикам запись задержания Нгула? Наташ, я вообще-то работаю. Послушай, не только у тебя есть друзья на телевидении. Мне уже позвонили, и я знаю, что ты там халтуешь. Ну и что? Мне кредит платить надо. Ага. Значит так. Делай, что хочешь, но запись верни. Угу. И после этого со мной никто дела иметь не будет? Да меня это не волнует. Ладно. Тогда компенсируй мне потерю подработки. Выпиши мне премию пару штук. И штраф. 3. За что? За подлость. Серьезно? Подлость? Подлость – это использовать служебное положение для того, чтобы отмазать своего бывшего мужа. Пошел вон отсюда. Да пошла ты сама. Если бы я с правой стрелял, я бы точно кого-то завалил. Ну да, да. А если бы еще парочку гранат и пулемет с фланга, вообще была бы сказка. Ой, ты, шутник, слушай. Кстати, я еще по колесам стрелял, так что, может, они этот микроавтобус где-то оставили. Номера запомнил? Да, запомнил. 45-49. Буквы не помню. А толку-то? Все равно номера липовые окажутся, как и в прошлом случае. Кстати, у этого парня еще билеты есть. Сегодня на Киев, а завтра обратно. А у тебя остался телефон этого отеля киевского? Острова? Да. Сейчас. Набирай. Набирается. Отель «Остров». Здравствуйте. Здравствуйте. Я помощник господина Куща. А подскажите, мы с вами успели номер забронировать? Да, все в порядке. Комната на втором этаже и апельсиновый сок в мини-баре. Как он и просил в прошлый раз. Спасибо вам большое. Апельсиновый сок ему не понадобится. Держи. Оставайся тут, дожидайся группу и следака. Давай перегрузимся. Кто сегодня следователь, знаешь? Да вроде Настя была. Здорово. Харлей. Галь, пойми меня правильно. Я не пытаюсь на тебя давить, и здесь нет никакой цензуры. Это моя личная просьба. Это я не хочу, чтобы этот материал пошел в эфир. Потому что там засветился твой бывший муж? У моего мужа работа такая. Извини, но ты знаешь позицию нашего главного. Это для него не аргумент. Тем более у нас готовится передача о ворах в законе. И этот материал как раз тем. Извини, но помочь не могу. С одной стороны, конечно, Нику наградить надо. А с другой наказать. Да, у мелкой энергии хоть отбавляй. Правда, Димку с наркоконтролером засветили. Ну, я не думаю, что они его после допроса
хватать будут. О срыве обыска они не заявили, так что официально у них на Воронова ничего нет. Эти парни официальными методами не действуют. Ты, кстати, Никите позвони. Пусть едет к Димке вместе, чтобы побыли какое-то время. Слушай, Андрюха, как ты думаешь, сколько у нас в сумке бабла? Не знаю, думаю, 1150-200. А чё мы их не сдаем? Мы на эти бабки полковника Воронова вытащим. Блин, Никита, вне зоны действия. Ну, значит, будем сами. Что, раздербаним? Я имел в виду, без рыбака будем. А я думал, ты скажешь, сами раздербаним. Мы же честные, забыл. Да, помню, помню. Долбаная честность, а. Не проходит с годами, как и остальная ересь. О, смотри, везет. Нас не ищут. Деньги еще не всплыли. А значит, уже не всплывут. Я так и знал. Убойщики тоже рубятся за бабло. А как они могли выйти на нас? Да наружку к вам приставили. Хотя нет, сами пропасли вас, баранов. Ну а что делать? Что делать, что делать? Завтра утром пойдешь к следственному управлению. Наверняка этот ковбой туда прискачет давать показания. Точно. Дождешься его. Сядешь на хвост. Хорошо. Думаю, домой он не пойдет. Пропасешь его до норы, где залег. И поквитаешься. Понял. А дальше? Включайся. Дальше мы будем играть в открытую. Алло, Ир. Записывай, пин-код. 63, 80, 94, 13, 65, 35, 8. Угу. Ну все. По номеру мы быстро владельца установим. А толку? Пальчиков мы тут не найдем. Это разве что сгустки крови по ДНК подвязать можно. Ты мне скажи, кого я тебе и без ДНК подвяжу. Слушай, на таких колесах можно еще ехать, доехать. Да не поэтому они машину тут бросили. Это была плановая замена автомобиля. Ну да, в принципе, место такое, свидетеля хрен найдешь. Оп. Алло, Ирда. Понял. Говорит по номерам с этого. Откуда? С Павлова поля, с девятки. А по ВИН-коду? А по ВИН-коду? Ага, понял. На прошлой неделе с центра ушла. С пяти углов. Понятно. Ира, Ирочка, спасибо тебе большое. Ага, пока. Перезвоним. Ну, вот этим мы завтра займемся. Все, погнали. Да что значит нет никаких зацепок? Да мне что, вас учить, что ли? Через полчаса все у меня. Здравствуйте, с приездом. Оставьте это. Столбом не стойте, садитесь. Да. Итак, за две недели убиты два следователя. Вам есть что сказать по этому поводу? Виктория Владимировна, я собрал совещание, через полчаса все будут здесь. Совещание? Дмитрий Олегович, вы чем здесь занимаетесь вообще, а? Что с нашей посылкой? Ее нет. Пока. Понятно. Значит так, теперь ясно, что кто-то в курсе нашей схемы. Этих людей надо найти, это первое. Второе. Следствие держать под неусыпным контролем. И розыск в первую очередь. Кто у них сейчас? Гордиенко. Гордиенко, его тем более. А, Виктория Владимировна, я тут подумал, может, курьеры сболтнули? Или это было частью их комбинации? Только я не могу понять, где они просчитались. Хватит. Мне нужны факты, не догадки. И учтите, если что-то всплывет, вы мне ответите не деньгами. Вам ясно?
Привет, Андрюш. Привет. Что случилось? Случилось. Я запретила давать запись твоего задержания в эфир. Проблема с Гунько? Нет. Гунько здесь ни при чем. А вот мой оператор передал запись твоего задержания каким-то своим людям на канал. Я пробовала договориться, но, судя по всему, видео пойдет в эфир. Да ладно. Все пройдет. Пройдет и это. Здорово, Малик. Это Гордиенко. Надо бы встретиться. Нет, это срочно. Через час? Где? Понял. Давай. Я так понял, намечается встреча? Ты правильно понял, мой костлявый друг. Погнали. Здоров. Зачем звал? Помощь твоя нужна. Микроавтобус один угнали, нужно заказчика узнать. Понятно. Сделаешь? Короче, слух пошел. Те, кто с тобой общался, Нанару, Давид и Ингу. У тебя плохая репутация стала, так что извини. А ты, значит, добра не помнишь? Добро помню, поэтому и говорю. Просто времена поменялись. Времена те же. Люди поменялись. Я о том же. Ты поменялся. Ну что? Послал. Здорово. И что будем делать? Тот, кто нам помешал, тот нам и поможет. Отлично. Осталось только его уговорить это сделать. Mm-hmm. А кто он? Пушкарь, помнишь? А, пушкарь. Что знакомое? Салтовский. Приятель Гунько, которого мы принимали, когда искали сумасшедшего профессора, помнишь? А, психиатра. Помню, конечно. Вот. Смотри, Энгулу ствол подбросили Гунько и поносил. У Гунько оружейная тема никогда не была первой. Думаешь, Пушкарь мог Энгулу ствол подогнать? Ну, во всяком случае, шансы есть. Может быть. Да. Сегодня в 12 запись покажут на региональном. Я пыталась договориться, но меня слушать не стали. Ну что ж, любая слава приходящая, даже криминальная. Спасибо, давай. Все, спасибо. Андрюха, ты был прав. Перед твоим задержанием Пушкарь приходил в ГУВД, а пропуск ему заказывал Панасюк. Опа. Погнали. Думаешь, Пушкарь сознается? Поймаем, спросим. Это все? Да, пока все. Хорошо, спасибо. Алло, такси по городу. Здорово, Пушкарь. Есть разговор. Иди ты к черту. Нам не о чем разговаривать. Я-то пойду. Но я же вернусь, ты знаешь. И поговорить все равно придется. Зачем оттягивать удовольствие? Ладно, заходи. То-то же. Ну, я знаком с Гунько. Все знают. Тому не лезут наши дела. Ты чё злой-то такой? Пить, что ли, бросил? Небось, Гунько приказал подшиться. Либо дело, либо бухло. У тебя все? Нет, не все. Мы только начали.
Во, вот сдается мне, его подбросили совершенно не тому человеку. Какой ствол? Последний. По остальным у нас с тобой отдельный разговор будет. Ух ты. Оперативники уголовного розыска изъяли у задержанных пистолет Вальта и значительную сумму денег, законность и происхождение которых следствие предстоит проверить. Вот видишь, Гунько начальником решил стать. Видишь, мы с тобой в дерьме, а ему награда. Нет, если он тебя предупредил, ты мне скажи, я уйду. Но, сдается мне, он тебя использовал в темную. Слушай, не знаю, какого Ингула. Так он тебя не знает. Но мне кажется, вы скоро с ним познакомитесь. Ствол-то приметный. Отследить его историю нет никаких проблем. Вот только прокатит ли твоя отмаза, когда сюда суровые ребята с битами приедут? Слушай, я ствол никому не давал. И сам никому не подбрасывал. Ну что ж, а нет, как говорится, и суда нет. Бывай. Гунько! Нужно встретиться. Нет, сейчас. Хорошо, еду. Вообще рамки не попутал, Пушкарь. Ты кто такой, чтобы мне предъявлять, что я делаю? Что я делаю, не твоего ума дело, ясно? Так ты делаешь. А Ингул с меня спросит. У Ингула сейчас своих проблем выше крыши. И вообще, пока ты со мной, только я могу тебе предъявлять, ясно? Ты дофига самостоятельным стал. Хочешь отдельно работать, да? Нет. Ну давай, только сначала посчитаем, сколько ты должен. Я не хочу, как раньше. Хочу, чтобы было все ровно. С кем ровно? С тобой ровно? Да. Да я задолбался твои косяки прикрывать! Кстати, что у нас с автосервисом на Алексеевке, а? Так это, нам кредит в банке не дали. А, в банке не дали кредит. Конечно, не дали. Какого-то гопника к ним подослал. Я ж тебе говорил, найди нормальную фирму и оформи через нее. И чтобы к октябрю автосервис открылся, иначе... Ладно, иди работай. От Ингула я тебя прикрою. Не боись. Хорошо. И вообще, откуда ты про это узнал? Так это по телевизору показывали. Меньше всякую муть по телевизору смотреть надо. Ладно, иди давай. И не отсвечивай мне тут. Ты же понимаешь, что ты Гунько нужен до тех пор, пока ты ему бабки носишь. А тебе я нужен бесплатно? А ты же видел по ящику, что мы с Ингулом. А значит, у нас какие-то терки. И значит, если бы я хотел тебя сдать, то сделал бы это, а не приехал к тебе сам, лично. Ну, допустим. И что? Я могу Ингулу за тебя словечко замолвить, чтобы он к тебе на какое-то время интерес потерял. А ты мне за это про одну точилу расскажешь. Кто ее угнал, кому и кто на ней сейчас ездит. Гунько рано или поздно спалится, тебя за собой потащит.
А я, может быть, смогу сделать так, что это падение будет максимально комфортным. Ну, что скажешь? Чего это? Я тут вспомнил. У нас в Алексеевке конкуренты мутные появились. Ты бы не мог тачку пробить? Мне кажется, она в угоне. Ах, ты вспомнил, да? Я очень рад, что ты вспомнил. А если бы ты не вспомнил, мы бы опять все дело профукали, да? Ладно, давай. Какая там тачка? Две недели назад угнали микроавтобус в центре с 5 углов. Работал Гена, крокодил. А вот кто заказал, неизвестно. А где нам этого Гену найти? В свободное время он проводит в бильярдной. Шариков. Шариков? Да. А что? Вот Будя нам с тобой сегодня начал опереть. Это все? Да. Все. Ну, все. Ну что? Да ничего. Допросили, отпустили. Что там? Показалось. Какая-то машина странная за мной ехала. Думаешь, следили? Следили? Ну, не знаю. Я же в этом не специалист. Да нет, показалось. А может, и не показалось? Гордей предупреждал. Уйдешь через кухню, он так часто делал. Иди. А ты? А что? Я здесь работаю, мне ничего не будет. Иди, иди. Где он? Кто он? Ты дуру-то из себя не корчи. Что вы себе позволяете? Вот сука. Ну что, партию? Ой, да, я с тобой на деньги играть не буду. Правильно. Ну, тогда спасибо за игру. Пожалуйста. Здорово, Геннадич. Микроавтобус на 5 углах. Ты дернул. Да, Тони. Понял тебя. Кафе закрой, никому не звони. Как смогу, подъеду. Давай. Плохие парни, да? Да, поехали. Микроавтобус. Игорёха дуб заказал. Кто такой дуб? В соседнем доме живет. Понятно. Так, этого в отдел, и чтоб все под запись. Сделаем, Андрей Павлович.
Привет. В хате никого нет. А ну-ка. О, красавец. Дубченко Игорь Дмитриевич, оперуполномоченный отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Московского райотдела УМВД города Харькова. О, как интересно. А мы ничего не путаем? Да нет, смотри, вон наш Димка пометил этого оборотня серебряной пулей. Видишь? Вот. А-а-а, вижу. Спеклись. Я же говорил, больше суток не протянут. Я им точно отмерил, как в аптеке. Ты аптекарь. Ты лучше глянь, все ли на месте. Так все было? Да на месте все. И двери закрыты. Двери защелкой. Могли снаружи захлопнуть. Да место надежное. Кто сюда сунется? Ну смотри, этих увези куда-нибудь и закопай. Они свое отыграли. Так, поехали, нам надо готовиться. А выбросить? Мозгов не хватило, да? Да это небось запасная. Ты думал, тебя никто не узнает, да? Ты ж сам понимаешь, какой-никакой мусор раскладываешь, знаешь. Будешь молчать, паровозом пойдешь. А за убийство двух следаков пожизненное. Да я ни в кого не стрелял. О, это уже хорошо. Продолжай. Я вообще в первом деле не участвовал. Так. Продолжай. Лось велел тачку достать. Это ты кого лосем назвал? Марата Лоськова, начальника своего. А, ну а еще какие кликухи? Том — это Бахарев, отец — это Мамчин. Пока все логично. Про машину начал рассказывать, продолжай. Ну, в общем, тачка тяжелая нужна была. Вот мы микроавтобусы выбрали. Но я тогда вообще не знал, зачем. А потом что, поздно было отказываться? Далось, Лоськов. На эти деньги ресторан в Барселоне купим. Бизнес будет под старость. Летали, даже варианты смотрели. А как вы узнали, что деньги следаки возят? Да я до последнего не знал, что это следаки. А у Лоськова баба в казино работает. Подружка его. Кем? Крупье или менеджер, я не знаю. Ну, а сам-то ты не играешь? Пробовал. Не везет. Ладно, хорош лирики. Ты про бабу рассказывал? Ну, в общем, баба это и подсветила Лоськову, что курьер по определенным дням ездит. Вот только после ее увольнения ремонт затеяли. Курьер с мелочевкой поехал. Да, Андрюха, я же говорил, азартные игры до беды доведут. То ли дело водка, она ж понадежней. Не, прошу тебя, ни слова о водке. Ладно. Сиди и думай, что писать будешь. Это что ж получается? Подпольное казино, да? Получается. А следаки работали простыми курьерами? Похоже, это было их основное занятие. Интересно, кому они бабло возили? Не знаю. Посмотрим, кто к этому делу больше интерес проявит. Хотя... Что там голову ломать? Сейчас информация придет из Киевского банка, и все будет понятно. Я от одного дурею. Не бывает же таких совпадений. И что ж получается? Роман Андреевич пошел жаловаться на наркоторговцев тем самым обнончиком, который следаков грохнули. Да, ты прав, Бодя, это не совпадение. Это наша жизнь. Даже если бы он пошел жаловаться другим наркоборцам, они бы все равно кого-нибудь завалили. А мы что, не жизнь, что ли? Жизнь, только ее пережиток. Ну, очень живучий. Ну что, ты придумал, что писать будешь? Ага. Вот и молодец.
Гордиенко, знаешь, кто говорит? Ну, допустим, и что? Дальше не по телефону. Подворки за Холодной горой, знаешь? Там склады. Жду тебя через час. Друзья звонили, стрелу забили. Здорово. У тебя, походу, ко мне какое-то предложение? Да. Ты возвращаешь мне мое бабло, а я тебе твоего полкана. А что ты с ним сделаешь? Он же под следствием. Откажешься? Выведу его на улицу и шлепну при попытке к бегству. Как тебе такой расклад? Даже так? Ну ладно, ладно. У тебя еще один мой человек. Давид Чентурия. Этот барыга? Он тоже твой? Да мне пофиг. Забирай до кучи. Только из камеры я его тащить не буду. Сам потом заберешь. А я не буду мешать. Слово офицера. На это я и надеюсь. Где, когда? Два через час у промзоны на Гагарина. Встанешь там на въезде, а я тебе позвоню. Жека, братан, спасибо. С меня причитается. Буду в Киеве, сочтемся. Все, давай, братан, пока, пока. Ну, что там? Пробили киевский банк. Среди клиентов два наши покойничка. Тимчук и Кущ. Так. И это крыса, помощник Грудиной. Панчур. Походу, пока еще жив. Тоже клиент этого банка. Но самое главное, у всех троих доступ к одной ячейке. Походу, эти ребята по очереди возили налик и складывали его в сейф. А помощник замгенпрокурора оттуда все выгребал? Просто до гениальности. Гениально. Да я бы сам так придумал. Правда, в сейф нечего положить. Зарплату эту наркоборцы стырили, суки. Ну, ладно. Так. Ну? Ну и куда мы приехали? А ты как думаешь? У нас бабло, у них вороны дают. Что тебе подсказывает твой оперативный опыт? А мой оперативный опыт мне подсказывает, мне бы сейчас пригодился бы мой калаш. Да? Да. Как ты думаешь, они будут по правилам играть? Наверняка же какую-то подлянку придумали. Обязательно. Я тебя поэтому с собой взял. Спасибо за доверие. Правда, они не указали место, где будет встреча. Я его знаю. Они там своих понятых прячут. Ты что, там был? Был, но они этого не знают. Ладно. На, держи свой калаш. Это ж мой! Ай, родной, я его по запаху чую. А номеров уже нет. Ты в этом-то уверен на 100%? В этом, да, уверен, не боись. Да, Тоня. В больнице? Ладно, скоро буду. Планы поменялись. Возвращай пистолет. Давай, давай, давай. На, держи этот ПМ. Ты уверен? Уверен на 100%. Котельню видишь? Ну, конечно, вижу. Все, дальше пешком. Давай в обход. Давай. Вижу. Топай туда. И сумку не забудь. Она со мной.
положи. Сначала я хотел бы увидеть своего товарища. Угу. Сейчас. Бабки гони. Воронова приведи. Слушай, ты кем себя тут возомнил? Ствол на пол. Теперь сумку. Ребят, а вы уже решили, кто из вас отсюда выйдет? Чего? В сумке $250 000. Неужели вы думаете, что выйдете отсюда оба? Он... Забрать у меня сумку не вопрос. А вот вынести ее отсюда. Он блефует. Хочешь, чтобы мы замесили с тобой тут друг друга? Не слушай его. На твоем месте я бы застрелился. Давно. Твой коллега с шефом уже купили себе билеты в Испанию. Я пробивал. Заткнись, сука! Да ладно, ладно, успокойся. На, свои бабки. Андрюха, прости, я промазал. Оружие не пристрелено. Ну, может, это и к лучшему. Переругались. Законы стаи. Почему один? А где остальные? Задерживаются. Что значит задерживаются? Были проблемы? Ну, Бахарев их решил. А где он? Почему я не могу к нему дозвониться? Так он же это, мобилу свою разбил. В общем, ладно, я к себе. Мне еще нужно вещи собрать. Ладно, иди. Добрый день. Служба безопасности Украины. У нас в Австралии новость. Это недоразумение. Это подстава. А что у нас в пакетике? Посмотрим. Я не знаю. Очень хорошо. Я надеюсь, вы не станете утверждать, что это ваша зарплата. Да мне подкинули. Подкидывают наркотики. Они сотни тысяч в валюте. Опаньки. Смотри-ка, номерочек-то подпилен. Кстати, из этого пистолета недавно стреляли. Я даже знаю, в кого. Оформляйте, не будем терять время. Да ошибка. Не подкинули. Разберемся. Да, ребята, это недоразумение! Ну что, полная сумка денег и ствол. Похоже, именно тот, из которого они своего подельника завалили. Делиться не захотел. Ну вот видишь, и вы, оказывается, без очереди можете делом заниматься. Да, можем. Но я просто не хотел тебе раньше говорить. Мы давно за ним следили. А я же на лавры не претендую. Вот и хорошо. Спасибо за работу. Вы умный человек, Андрей Павлович. А умному человеку в нашей стране живется либо очень легко, либо очень трудно. Может быть. Давайте не будем толкаться локтями. Нам места хватит.
Вы перестанете интересоваться историей казино и подтвердите официальную версию гибели моих следователей. А какая у нас в данный момент версия официальная? Героическая. Они оба отказались от взяток. Конечно. В такую версию все сразу поверят. Что взамен? А я забуду количество пистолетов в этой истории. И, естественно, освобожу ваших друзей с полной реабилитацией по всем пунктам предъявленных обвинений. А что с обнованцами? Лоськов. Лоськов сгниет пожизненно за убийство наркоторговца и двух своих коллег, с которыми не поделил прибыль от продажи наркотиков. Удивлен. Не думал, что вы легализуете эти средства. Ну, у меня нет привычки присваивать вещественные доказательства. Этого я требую от подчиненных. Деньги пойдут государству, как присвоенные преступным путем по решению суда. А мне казалось, что из Тимчука и Куща могли бы получиться хорошие следаки. Вы считаете, я совратила невинных? Вы разбираетесь в людях хуже, чем я думала, Андрей Павлович. Ничего бы из них не выросло. А об осторожности я их предупреждала. Ну так как, мы договоримся? Собираетесь бросить монетку? Так сказать, довериться случаю? Ладно, я согласен. Отпускайте всех, а я забуду то, чего помнить мне не стоит. У вас рисковое чувство юмора, Андрей Павлович. Это не юмор, это цинизм. Кстати, чтобы вы не думали обо мне так плохо, я не являюсь крышей этого казино. У меня доля в бизнесе. Когда все это еще было легально. Но кто же виноват, что придумали этот дурацкий закон? Вы знаете, во Франции запрещено называть свинью Наполеоном. И что? Ничего, они просто соблюдают этот закон. До свидания. Надеюсь, мы с вами больше не увидимся. Пришел работать. Все представлялись толпы потерпевших, которые благодарят тебе за раскрытие дела. А тут все больше своих из тюрьмы вытаскиваем. Еще и радуемся, что получилось вытащить. А я в детстве мечтал стать путешественником, переживать разные приключения, воевать с пиратами, драться с каннибалами. Считай, тебе повезло. Мечта сбылась. Каннибалов у нас хватает. Ну что, каторжане? Ну, здравствуй, брат. С освобожденцем! Здорово. Извини, что долго. Че, погнали.